В областной налоговой службе подвели итоги работы региона за 2018 год. В заседании расширенной коллегии приняли участие руководитель Федерального управления по региону Александр Шаурин и в РИУ первого вице-губернатора Владимирской области Максим Бурсенцов. Всего областные налоговики собрали 80 миллиардов рублей. Это на 13% выше прошлого года. Также в отчетном году поступило 39 миллиардов рублей страховых взносов. Рост доходов в бюджет Российской Федерации вырос на 32 миллиарда рублей. Поступление средств объясняет выводом из тени недобросовестных налогоплательщиков. Есть регулирование процесса проверок, но очень часто бывает так, что те, кого вы проверяете, в текущих камеральных вещах либо выездных, они понимают общий процесс, но иногда им требуется умное разъяснение налогового кодекса и реального процесса жизнедеятельности его компании. Налоговое управление сократило количество проверок организаций. Например, по ЦФО снижение составило 40%. Охват организации 0,8%. Это около 2 организаций или предпринимателей из 1000. Одна такая проверка приносит свыше 54 миллионов рублей, что почти в 2 раза выше прошлого года. Проверки будут начинать только в тех случаях, когда выявлена схема уклонения от уплаты налогов. Выбор объектов для назначения выездной проверки основан на детальном анализе, в первую очередь, данных комплекса АСК НДС-2, который позволяет контролировать все товарные цепочки. Последние 2-3 года основной аспект в работе налоговых органов – это добровольное побуждение к уплате текущих налоговых обязательств. От добровольной уплаты без проведения налоговых проверок дополнительно поступило в бюджет 431 миллион рублей, что составляет 15% поступлений в бюджет по результатам контрольных мероприятий. Основными драйверами роста экономики региона в налоговой службе назвали предприятия обрабатывающей отрасли. От них поступило более 47% общего объема доходов или 38 миллиардов рублей. Рост к 2018 году составил 18,4%. Налоговая нагрузка на отрасли составила 7% и осталась на уровне 2017 года. Иван Стариков, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.